Москва, ноябрь 1967 года. В районе Останкино введена в строй первая очередь крупнейшего в СССР телевизионного технического центра. Вместе с недавно сданной в эксплуатацию Останкинской телебашней он составит мощный технический комплекс, который позволит передавать телевизионный сигнал на всю страну. Телевидение входит в каждый дом, в каждую советскую семью. В год празднования 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции советские пионеры, будущие студенты Московского государственного университета, записали свое обращение к потомкам. Оно адресовано молодежи 2017 года. Ребята верят, что через 50 лет телевидению будут учить в стенах главного университета страны. Дорогие потомки! К вам обращаются пионеры из 1967 года. Мы знаем и верим, что через 50 лет во всем мире победит коммунизм. Вы будете знать слово «война» только из уроков истории. Вы будете летать на Луну на выходные. В каждом доме будет свой телевизор. Какими вы будете, наши потомки? И, может быть, для детей и молодежи будет свой отдельный телеканал. Какими вы будете, наши потомки? Прошло полвека, но информационная программа «Время» остается одним из главных символов страны. А что же студенты МГУ? Давайте заглянем к ним на минутку. Как говорили люди, не знавшие телевидения? Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Времена меняются. И мы меняемся вместе с ними. Меняется весь мир. Меняется наша страна. Родились и выросли мы. Учимся на лучшем факультете телевидения, чтобы пойти работать на центральные каналы. Но хорошо, что в жизни есть вещи, которые остаются неизменными. Наши мамы и папы смотрели программу «Время», еще не зная друг друга. И сейчас мы, имея 104 канала и интернет-вещание, 21.00 включаем первый канал. Чтобы знать правду о нашем времени. Чтобы понять, какое оно время. Время вперед! Собирает у экранов множество людей. Видите вы идеально, но за кадром все идет совсем наоборот. Такой круговорот. Идет прямой эфир. Великое событие транслирует весь мир. Утренние новости. Мы встали в 3 утра. И выпускать уже пора. Как и завтра и вчера. Идет наш режиссер, в его глазах всегда укор. Главный на площадке он, со всех сторон. Шеф-редактор так устал, 100 страниц он исписал. На ведущих нет лица, все ждут гримера. Журналисты взяли интервью, судью передают. Надо не забыть, свет установить. Чем у суфлера за экраном, но и нет важней. Текст читают для нас с вами пульт и ассистент. Он очень важный элемент. Во всехрон важный момент. Титровальщик текст покажет, то есть кто он вам расскажет. Связь и деньги, договор.